судьи. Все. Все, кто с нами, блогеры. Блогеры. Давай, скажи. Друзья, сейчас крайний бой, опять за пояс. Владимир Полозов, который сегодня дрался, видимо, надо же, травму руки получил. Но тем не менее, он сказал, что он в нашей лиге проведет 4 боя. То есть мужик сказал, мужик сделал. Я думаю, давайте похлопаем, он сломанной рукой выходит драться. Это очень много, значит, некоторые даже просто палец свой палец, много сломали, я говорю, не пойду. Так что, Вова, ну, честно, за это честно уважение, крутая штука, молодец. Естественно, тоже Володя, учитель Баранов, который бросил, что он бросил? Он бросил полностью свой город, наверное, северо-байкальский, приехал сюда, чтобы подраться, теперь он здесь живет, тренирует, ну и сейчас будет пытаться показать мне, что он натренировал. Он бросил все из-за нашей лиги. Все или ничего. Итак, встречайте! Поднимай!
Везде.